как воспитывать щенков, знаю я из книжек, но ужасно бестолков, годовалый рыжик. Каждый день учу щенка, достижений нету. Невоспитанным пока ходит он по свету. Сахар сразу он берет, очень любит ласку, а с командой вперед ездит под терраску. Нарисованный щенок в книжке на обложке, нарисованный щенок спит в объятиях кошки. Рыжик к дружбе не готов, он рычит на всех котов. Очень жаль, что рыжик не читает книжек.